Внимание! Уважаемые пассажиры льготных категорий, постановлением правительства Иркутской области номер 521 ежемесячное количество бесплатных поездок на городских маршрутах ограничено до 30 поездок. Контролируйте количество совершенных вами бесплатных поездок. Такое сообщение сегодня услышали многие ангарчане в пассажирских автобусах. Перевозчики говорят, решили предупредить граждан о том, что поездки теперь стоит считать и экономить, чтобы потом не оказаться в неудобной ситуации. Тем более, что другой информации о лимите на льготные поездки пока мало. Ситуация в Иркутской области следующая. Он принят соответствующий акт Иркутской области, да, который установил меру социальной поддержки для у нас соответствующих льготников в виде 30 поездок в городском сообщении и 20 поездок в пригородном сообщении. Соответственно, этот объем поездок и финансируется из бюджета Иркутской области. Соответственно, в настоящий момент областной оператор произвел, значит, программирование этих карт в соответствии с объемом поездок, которые определила Иркутская область для таких граждан. Право на безлимитное количество бесплатных поездок с 1 сентября для граждан Иркутской области закончилось. Хотя часть автотранспортных предприятий в области работает по системе не больше 30 поездок в месяц еще с начала года. Некоторые уже успели написать запрос в Минюст и даже оспорить в суде региональное постановление. Когда лимит на 30 поездок будет исчерпан, пассажиры льготных категорий граждан будут платить за проезд из собственного кармана. Благо, перебои с пополнением карт в терминалах закончились. Вчерашнего дня через Сбербанк. А до этого как ездили вот эти дни, которые была? Никак не ездила, деньги ездила. То есть вот. Водители бесплатно не везли? Потому что объявления начали 4 числа в автобусах объявлять, что бесплатно, с 1 по 3. Я даже не пыталась. Зачем скандалить? Сейчас пришел менять карту. Вот. Ну вот мне ее поменяли, но 200 рублей это каким-то образом уже улетучились. Вот. Очень интересно. И тут бабушка рядом стояла, говорит, очень интересно, говорит, 4 раза берут, берешь один билет, а там с карточки снимают за 2, назад едешь еще за 2. В общем, очень интересно. Сейчас на баланс карты льготника записывается 60 единиц. При проезде по городу за один раз снимается 2 единицы, за городом 3. Куда именно и сколько раз проехать, пассажир выбирает сам, но в установленных рамках. Если за месяц гражданин не проехал 30 раз, оставшиеся бесплатные поездки сгорают. Вот такая пока неотлаженная система. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время.